Отличный переход от лба. Нос очень хорошо формируется. Коробка достаточно сильная, мощная, широкая. Отлично поставлен шлейф. Шикарно держит большого высокого постава уши с кистями. С шикарным шотным пирамидом. Девушки, чуть-чуть в сторону. Вот такой красивый у нас парень. Мощные сильные конечности. Точки жесты между лапами. Они отделились. Хороший переход от лба. Хороший аборигенный взгляд под бровей. Поставь шлейф. Ноги с кистями немножко стрессую, боимся. Но ритм молодых, только начинается свою выставочную карьеру. Поэтому все, я уже говорила, и еще раз повторяю, что держать черных животных очень ответственно и не очень легко, потому что питание надо смотреть специфическое, морские водоросли и все остальное, если кольный жом им противопоказан, потому что будет давать бурый оттенок на шерсть. Но здесь это не про нас, у нас все красиво, у нас все изумительно черное, яркое, красивое, без одной волосинки, с хорошим форматом тела, отличным поставом ушей. Такая замечательная красотка. Она прям черная-черная, то здесь белая-белая, с хорошим, красивым, хорошо пушеным хвостом, отличной текстурой шерстью, хорошим переходом от лба к носу. Только развивается линейшие девушки. Отличный постав ушей, красивые кисти большие. Да ладно. Делали получить вот такую красоту с потрясающей красивой розеткой, симметричная с обеих сторон, очень особенная шерсть у этих кошек, кончик волоса получается обесцвеченный, прозрачный, поэтому если мы будем смотреть, здесь будет яркое солнце, то шерсть этих животных будет переливаться радугой. Хороший профиль, отличный постав ушей, крепкий подбородок, хороший корректный хвост, шелковистая блестящая шуба, текстура шерсти, ну и конечно же, ну как же без бенгальского характера. Все присутствует, все на месте, красота вся здесь, покажи еще раз свою красоту. Вот стремленный профиль. Хороший сильный подбородок, отличный постав шеи. Животные молодые, но поверьте мне свою силу, они буквально через 5-6 месяцев наберут, формируются очень быстро и хорошо. Блестящая, переливающаяся, хорошая розетка. Тихо, тихо, хозяин, рядом. Тихо, 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 тихо. Никто тебе близко даже не боится. О, куда пошел? Держим. А то выше прыгнет туда. Да, а то выше, у нас уже потолок, посмотри. Просто недоласканная, немножко недосмотренная, недолюбленная. Прыгай прямо к папе на плечо. Особенно цвет глаз. Со скругленной кончиком. Его называют хвост морковкой или как у бобра. Отличное телосложение, крепкое, мускулистое, хорошие крепкие лапы. Двойная плюшевая шерсть. Структура шерсти у британских животных такова, что основной волос равен длине подшерстка. Поэтому, когда мы делаем вот так вот руками, волосы как бы отпрыгивают, отталкивают нашу руку и возвращаются на место в то же положение, в каком и были. Есть еще одна. Очень хорошо сложенная, на высоких конечностях. Складчатая кожа, посмотрите, какая. И еще одна особенность. Иди сюда, иди сюда. Если вы думаете, что ну вот да, вот надо этих животных начесать, помыть, все сделать, а это взял вот так вот подмышки и пошел на выставку. Вы ошибаетесь. Иметь животное с вот такой идеальной кожей, где нету ни одного пятнышка, нету ни одного
лишнего сантиметра жира и всего остального. Это тоже очень большая ответственность. Вот такая вот чудесная. Чудесный мальчик. Я думала, прям такая лоскушка-полоскушка девочка. Оказывается, мальчик такой лоскучий. Продолжаем. Хвост крестообразный. Вот они его вот так вот скручивают вот здесь таким колечком на боку и носят обязательно с одного бока или с другого, красиво скрутив, достойно. Особенные лапки, они стоят вот как бы на таких подушечках. Посмотрите, подкрадется к вам, даже не услышите и не заметите. А теперь переходим к голове. Голова имеет модифицированный клин, вот такой вот укороченный, со слабым переходом от лба к носу. Обязательно большие, широкие в основании уши, вот такие вот красиво раскрытые уши, низкого постава, посмотрите как. И глаза. Глаза имеют абсолютно интересную форму и описание. Хозяйка мне подскажет, какие у нас глаза. Нет, в форме чего? Медаль, вот конечно, глаза в форме лимона. Вот такое красивое название. Если мы сейчас красиво